Вот вид из окна, вот тут склончик. Вот это уже теплый гараж нашей базы, Sweat Schools. Вот это юрта, где вечерами проходят там посиделки, ну что-то типа ресторанчика. Ну, вон в ту сторону сам поселок. А вот в ту сторону мы как бы ездим катать. Вот видите, там солнышко тоже сегодня шпарит. Вот здесь мне уже ремонтировали мой снегоход. Сейчас одеваемся, завтракать. И я в путь. Друзья, посмотрите, какая красота. Природа матушка нам сегодня чудесный день просто подарила. Горы, такие тучки легкие. А здесь Вон внизу поселок и солнышко. 1400. Че говоришь? 1400 здесь. Высота уже Высота. 1400. Да. Чувствуете, какой я райдерный? На трассу заехал на 1400. Вот один из учеников школы Sweat Schools покоряет вершину. Поехал наверх. Перешел. Не понял, повтори. Развернулся и поехал вниз. Так, что у меня? У меня третий день обучения. Третий день обучения. Стою на склоне в сходящем или исходящем. Короче, в траверсе. Это знаете, как в армии, да, говорят, когда вы пришли из учебки, говорят, забудьте вы все, что чему вас учили. Здесь вас будут драть 24 часа в сутки, не понимаю. Здесь это происходит с 10 часов утра до примерно 5 часов вечера, когда солнце заходит за горизонт и становится плохая видимость. Погода второй день нам дарит потрясающее ощущение. Нету ни пурги, ни метели. Учиться очень комфортно. Вот я стою на склоне. Я не знаю, сколько градусов. Для учения это просто отлично. Фух. Короче, что, поехал я траверс это делать. Третий день. Мышцы все болят, ноют. Я даже не успеваю видео записывать, потому что просто не хватает времени и сил. Продолжаем смотреть Марчелло ТВ. Прямой репортаж из Приисковая. Так, ну короче говоря, занимаюсь в группе. Тяжело что-то заснять, вообще учась в школе. Сложно что-то заснять, какие-то кадры. Поэтому сейчас камеру переставил чуть подальше от группы. Сейчас пойду опять что-то тренировать, выполнять. А потом буду смотреть работу над ошибками.
Ни хрена, у меня толком на второй день не получается. Жопа какая-то. Я не перестаю удивляться местным красотам и звукам двухтактных моторов. Очень круто. Итак, друзья, это снова в эфире Marshall TV. Хотел бы с вами в целом поделиться эмоциями от поездки в горы на снегоходе, и не просто каталки обычной, а целенаправленная поездка была в горы для прохождения снегоходной школы базового начального уровня. Пока у меня есть пауза, там наши друзья сейчас копаются из нашей группы. Собрался я один. И вообще, почему я решил ехать? Потому что прошлый год, это тот был первый год мой снегоходный. И я видел то, что я прилично отстаю от своих друзей и знакомых, которые катают на снежиках. Поэтому я решил все-таки пройти обучение. Кстати, большое спасибо Сереге. Серега настоял, можно сказать, Марте надо. Я один собрался, поехал. Ну, последние дни ко мне... В последние дни ко мне присоединился еще мой друг Сашка. И пару дней мы с ним отзанимались вдвоем. Ну, давай, Серёж. Красавчик. Ну, короче, смысл такой. Приехали мы в школу, первый день просто откатались. У нас сразу была поломка у моего снегохода. Пробился радиатор. Следующий день уже я поехал на прокатном снегоходе. Школа дается очень тяжко. Реально очень тяжко, по крайней мере для меня. Для остальных не знаю. Навыки здесь приобретаются, у меня они приобретаются, может быть, медленнее, чем у некоторых, а может, у кого-то еще медленнее, у кого-то быстрее, в зависимости все от самого райдера снегоходного. Школу выбирает каждый для себя сам, потому что здесь много разных школ, цены разные, проживание. По поводу гостиницы я потом обратно, позже точнее вам скажу. Итак, друзья, это Ивановские озера. Вот мы на учебной горке. Кто хочет и кому интересно, вот там есть один подъем. Извините, камера трясется, руки устали. Вот там один подъем, вот такой ручеечек. В YouTube есть видео, называется «Кулуар 22». И райдер туда забрался. Мы обязательно это посмотрим. Я просто сам хочу посмотреть, потому что горка, ну, как пил Розенбаум, круче гор, только горы.
Посмотрите на эту просто дремлющую красоту. Ёлки-палки, копалки. Сейчас поедем вниз. Вот так происходит режим копания. Райдер сам. А ты чувак шоу-бизнеса какой-то снимает все время. Марчел ТВ. Ну что, сейчас покопает, покопает, потом ошибок делать не будет. Нельзя в горку останавливаться. Так, вот, значит, идет пример коллективной работы. Вытаскиваем снегоход из речки. И, видимо, что-то пошло не так. Пойдем, пойдем. Вот это тот случай, когда двоих мало. Понял? А теперь нужно... А, то есть, когда мы совсем его закопали, да? Вот этот тот случай, когда двое не справляются. А ты ложись под него. Ильяс. И за лыжи туда прям это, вот держись левой правой рукой, да, за лыжи. Можно было его в ручей бросить и так вот троиться и выехать. Это еще не засада. Это не засада, а если поглубже? Ну поглубже, да. Все. Поэтому ни в коем случае по двое не ездите. Трое, четверо. Это там вода течет. Ну конечно, это левая сторона. Шустрая. А четвертый для того, чтобы это все запечатлеть. Туда, прям, туда. А ножки... Нас еще учили этого. Туда, слышишь, вот, Дим, да, влагонак прям поднимать его ногами. Одной держишь, второй подгребаешь. Ну да. Ну это... Так, здесь, Лёг, маленько сбей под этой. Вот тут, вот нет, вот туда, под этим. Так, делаем так. Значит, отходи чуть-чуть назад, братишка. Вставай сбоку, погоди. Вставай сбоку, держись за ту лыжу. Я за эту. Ты такой. Это, наверное, отсюда как раз тут едут. Это, наверное, как раз отсюда клочок, который положили сюда. Где-то было дерево, да? Это бангерок. Понял, ладно. Так. Надо, наверное, еще из-под щеки чуть-чуть убрать. А, вот здесь. Значит, делаем так, на счет три Сергей заводит, газует, мы дергаем вверх. Подожди, надо пожестче. А ты сюда крутай. Вот и елка в помощь пошла. Раз, два, три. Ура, ура, ура. Друзья, всем привет! Стою на горе сейчас. Сейчас у нас 6, по-моему, ноября, Приисковая. Здесь безумная красота. У нас сегодня крайний день нашего обучения в горнолыжной школе. Вот там
один ученик тоже едет. Кстати, это один из самых таких успешных учеников. Мы его почему-то на горизонте там не видим. А, нет, вон там где-то он пилится. Дом наш находится, гостиница, в той стороне. Но здесь безумно красиво. Что я хочу сказать? Здесь интернета практически нету. Еле-еле отправляются обычные сообщения с WhatsApp. Но ВКонтакте там пару фраз я прочитал. Спрашивали, а зачем школа, для чего она нужна? Я прилечу, когда в Москву. Просто особо нету времени долго сидеть на склоне. И все подробно расскажу, по полочкам разложу, что мне дала эта школа, чего не дала, что бы я сделал, поменял и так далее и тому подобное. Но в целом, если подытожить, я открыл этот сезон снегоходный 2016-2017. Я очень рад, что это сделали уже в ноябре. Можно сказать, себе подарок на день рождения сделал. Поэтому здорово, но нужен накат, накат и еще раз накат. Рад, что смотрите. Все очень круто. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Bye.